Всем привет! Сегодня же 19 июня. Мы ведем свой хроник пребывания вот в Сочи, в Адлере. Вот сегодня ночью мы, точнее утром мы проспали завтрак. Вот встали уже на обед. Вот и вот пошли взять вот такой у нас сегодня обед. Да, мы взяли картофельное пюре с морковкой и котлеты куриные две. Свинина по-китайски. Это мясо по-французски, да. Это микс, салат, салат корейская. Получается, по-корейски капуста, по-грузински капуста и пекинская капуста с морковкой. Такой микс. Это крабовый салатик. Майонез они отдельно дают, кладешь сколько хочешь, сколько тебе нужно. Это вот все мы взяли. Десерт там выбираешь. Также есть свежевыжатые соки, но мы с собой не взяли тару. Да. У нас есть сок в номере, здесь своя бутылочка с соком. Допиваем его. Вот, у нас все решилось. Мы, по-моему, там не рассказывали. Даже вначале мы, по-моему, сразу начали вести свой видеоархив. Вот, у нас все решилось. Нам изначально сказали, что выносить нельзя. Но потом разрешили выносить, ввиду исключения, так как там я кушать не могу. Да, так как он не может есть за столик, да. Он за столом. Да, мы, по-моему, это тоже это говорили. Да. Потом нам сказали, что контейнеров у них нету, чтобы нам дать, чтобы мы выносили. С собой. Да, мы думали, может, у них есть, знаете, такой железный есть термос на несколько чашек. Вот, если такого нету, то контейнеров вообще нету. Вот, но мы уже второй раз приходим, и нам говорят, настройки администратора, простите, будут давать контейнеры. Вот нам вчера на ужин дали несколько контейнеров, и вот сейчас на обед. Да, вот такие контейнеры одноразовые, дают по 3 контейнера на одного человека. Вот этот вот наш. Но мы сюда кладем на двоих, а это наш контейнер. Да, мы его с собой в поезде везли. Вот, ну, я не добавил, естественно. Вот, так что дают контейнеры, я думаю, дают 3 контейнера, я думаю, если подойти еще попросить, то дадут еще. Да не, собственно, нам на двоих, эти 3 контейнера, видите, сколько всего хватает. Это же кормят ведь 3 раза в день, вот, да. У нас полный пансионат, поэтому можем идти и на ужин брать, потому что холодное потом мы это доедать не будем. Мы можем пойти на ужин, взять свежего, горячего, поэтому... Еще мы с собой берем пищевые пакеты, но сегодня забыли. Да. Вот, в пищевые пакеты можно кетчупа налить, допустим. Вообще, в пищевые пакеты для заморозки, именно да. Прочные пакеты такие пищевые для заморозки, можно прямо еду наливать, и складывать горячую. Мы уже пробовали. Мы сейчас с Аней обсуждали это. Этот, есть много видео в Ютубе, где эти китайцы, японцы, тайванцы под этим пакетом все время в магазинчиках разливают. Да, разливают супы, еду на улице, да. И горячую, и холодную. Пищевые любую, пакеты да. Для заморозки, да, можно вместо контейнеров. Но мы сейчас будем кушать, пожелайте нам приятного аппетита. Мы живы пока, слава богу, нет, чем не отравились, вроде бы все хорошо. Мне только жалко, если Аня все время нудеть тут начал. Она говорит, хватит нудеть. Я все это понимаю, но это там типа питаться. Мне жалко, что это все пластик, это все пакеты. Ну да. Что не дают никакой контейнер, который можно. Биоразлагаемый. Мыть, да. Мы сюда. Эти контейнеры можно мыть на самом деле. Но у меня вся раковина, у меня нет моющего средства. Да. Там мне нужно здесь стоять, потом с мочалкой мыть. Мы и так не успеваем толком выйти погулять, потому что за Гришей тоже нужно где-то уход и время. И за собой, и за Гришей. Поэтому нам еще мыть стоять все это. Я сижу, стану, говорю, вот. Говорю, засираем, всеми этим пакетами. Да, я мою пакеты. Ложки, я мою наши стаканы, потому что стаканы у нас здесь. Извиняюсь за срач. У нас свои. Здесь в номере было две кружки стеклянные, мы ими пользуемся. Я делаю себе кофе в холодильнике, у меня там свои сливки я купила, пошла себе все, что нужно для кофе. Воду мы покупаем, канистры приносим, все, что было у нас как дома. Все необходимое. Я мою эту посуду, я мою ложки, я мою чашки. То есть мыть мне хватает всего, все равно банок, склянок. Да. Если я буду еще с под еды все время все мыть, таскать, то. Ну, у нас вон один контейнер уже известно. Я еще не показываю, сколько у меня стирки накопилось. Нам еще в прачечную с Гришкой идти, да, стирать. Давай, кстати, быстрее. Кушайте, да, и... нужно сегодня в прачечную сходить, мы вам покажем прачечную. И нам надо купить веревку, чтобы на балконе натянуть и развесить белье, как делают все наши соседи здесь. Сушат, досушивают. А еще мы здесь уже какой? Четвертый день, по-моему, да? Да, сегодня четвертый день. Ни разу не загорали. Ни разу не загорали, не купались, ничего вообще. Да. Поэтому еще и гроза завтра надвигается, говорят. Так что, ребят, все у нас нормально, ничем не отравились, пока не болеем, тьфу-тьфу-тьфу, все нормально, будем кушать.
Ну а сейчас, друзья, хочу немножко поговорить с вами о осени. Осенью, как никогда, хочется тепла и уюта. А это значит, что пришло время делать покупки. Я как раз решила заказать домой нового текстиля и распаковать с вами посылку от нашего постоянного спонсора магазина «Любимый Василёк» с той продукцией, которая к нам пришла сегодня на обзор. На обзор я выбрала несколько постельных комплектов. Это постельный комплект на детскую кроватку, большую простынь на нашу двухспальную кровать. Также вот такой замечательный пледик, который мы потом с вами распакуем и застелим. Две подушки в плюшевых чехлах 45 на 45. Ну и, конечно, как всегда, немного одежды для Алёшеньки. Такие вот замечательные футболочки, носовые платочки. Нижнее белье, которое мы берем там регулярно, нам очень нравится качество. Новенький плед очень стильно смотрится на нашем диванчике. Он такой мягкий, плюшевый и подходит к нашему интерьеру. Ну а сейчас продемонстрирую вам, как смотрится новый постельный комплект на кровати у Лёши в комнате. Это такие вот собачки. Он, кстати, двухсторонний. С одной стороны принт с собачками, а с внутренней стороны клеточка. Можно переворачивать и так, как вам больше нравится. Наша семья пользуется продукцией магазина «Любимый Василёк» уже около 5 лет. Также продукцию магазина мы рекомендуем своим близким и всем знакомым. Поэтому вам рекомендую срочно сделать там покупки. Ссылка на магазин «Любимый Василёк» будет, как всегда, в описании под этим видео. В этот день у нас было очень много планов, но так как у Ани плохое зрение, мы решили сначала сходить за линзами. К сожалению, в аптеке, которая находилась в нашем корпусе, нужных линз не оказалось, но нам подсказали, где можно их купить. Посмотрев по карте, нам показалось, что это почти рядом. Но, как обычно, мы снова недооценили расстояние и опять заперлись в какие-то дебри. А, заперлись какое-то непонятное место. Пытаемся пройти на нужную улицу, но здесь практически нереально пройти. Прошли, вроде. Пойдет. Ну, я вижу, просто чуть потерпеть. Да ничего. Опа. Передвигаясь по территории и медицинского курорта, мы заметили, что тротуары и дороги сильно убитые. Доступная среда как бы есть, но она в очень плохом состоянии. Если кто-нибудь найдет эту запись, передайте ее нашим родителям. Скажите, что мы их очень любим. На всякий случай. Россия, матушка. В Белгороде я однажды тоже попал на такой столб. Но тут хотя бы его можно обойти. В Белгороде пришлось идти по дороге. Показывает, что мы недалеко от нее. Вот, но почему-то показывает, что мы идем в ту сторону. Не знаю почему. Почему не в ту? Я не знаю, почему так показывает. Блин, а этот проезжает. Как мне хоть надо объехать? Ну тут там попробуй пошли. Ага. Опа. Это тоже отель, да? Наверное. Отель «Море» написано. Какой ужасный. Ну, зато на этом не так дорого. Ты скажи, что климат как в Белгороде практически. Воздух, все. Ну да. То есть вообще. Как будто дома. Только дом немножко изменился. Так, вот так. Так, или сразу два самоката везет. Ага. Забирай.
Знаете, есть фраза «В России две проблемы – дураки и дороги». Я придумал фразу «В России две проблемы – узкие тротуары и широкие попы». Причем люди всегда останавливаются внезапно. Несмотря на наличие навигатора, мы все равно запутали. Ну, а найдя необходимую аптеку, выяснилось, что там нет нужных линз. Сильно устав, мы решили больше никуда не ходить. А вернувшись в номер к ужину, нас ожидал приятный сюрприз. Конечно, не в нашу честь. У нас сегодня салют. Это я уже снимаю последние кадры, а то прям яркий был салют такой. Сегодня 19 июня. Всем понравилось, да? Супер! С днем рождения! С днем рождения! Чуть-чуть опоздали. Ага. Одно прикольно. Ага. Гришка рады. Я тебе поставил чисто. Ага. Я одно прикольно забыл. Да? Вот. День в день, да. Ну. Что за прядь такой? Да, что ты сел тут? Айди, что за прядь такой, да? Не знаю. Может, у кого-то днюха, может, свадьба, знаешь, да, мало ли. Да, ты совпала, да? Да. Что, сел так вот? Ты настояла? Что ты сел в окно? Ну все, теперь можно налить шампанское, наверное, да? Угу. Достать. Пойдем. Надеюсь, там видно тебя было. Я не знаю. Хорошо танцует. Мы немного помяты после ночи. Немножко выпили, покутили. А теперь надо идти за обедом. Где мой бинт на моей мозоли? Ты же пластырь купила. О, точно! А где пластырь? Я не вижу. А вон, наверное, по столу. Под столом, наверное, лежат вон. Стол? Да, нет? Нет, это не под столом. Я не вижу их. Наверное, я пробрусила прошивки. А вот за телевизором что-то лежит, нет? Нет, это карточки. Бумажки. Слушай, пакет был чёрный, я же вытаскивала. Ой, ё-моё! Ладно, пойду без пластыря. Недалеко идти. А, дождь идет. Мы идем назад, на обед. А, тут дождь поливает. Люди в бассейне купаются, а дождь идет.
Здоровый. Приятно. На следующий день после обеда мы купили веревку и решили все же постирать вещи в прачечной. Чтобы сэкономить время, мы заняли сразу 3 стиральные машины. Нам дали специальные жетоны, без них машинка не начнет стирать. Еще дали перчатку, при помощи которой надо закладывать вещи в машинку или доставать чужие, если хозяина нет, а машинка нужна. Как мы поняли, средство для стирки автоматически подается само, и ничего своего добавлять в машинку нельзя. Это не очень удобно с одной стороны, так как мне потом показалось, что вещи пахнут чем-то неприятным. Пока мы ждали окончания стирки, решили попить кофею и сделать селфи, которое мы, кстати, запостили в тот день в телеграм-канале. Если вы на него еще не подписаны, то обязательно подпишитесь. Ссылочка будет в описании под этим видео. Вот столько белья мы настирали. Машинки. Еще с поезда. Вещи были, полотенца. Наконец-то перестирали первый день. Сегодня четвертый день мы здесь, и вот получается полторы сутки мы ехали. Вот что с поезда было, еще не свежее, все освежили. Засранцы, да. Так, здесь тоже вот все рубашки висят. Тут тоже повесила рубашку. Как-то так. Вот люди здесь тоже. Он натягивает веревки, сушит белье. Вот. Вечером мы решили посмотреть на ночную набережную. Камера, правда, опять подвела, но некоторые интересные моменты все же мы покажем. Вот это мы пошли. Пошли. Куда мы едем? Да не знаю, куда. Смотри, светится. Подушки для сидения у моря. Вот мы сейчас там займем такой парк. Здесь он
А это черное пятно. Называется море. Пока мы им любовались, нам позвонил Лёшенька. Тебя меня слышно? Домой заходите, а у вас там сколько этажей дома? По-моему, 8 или даже больше. Нет, больше, 5? По-моему. Ой, там, по-моему, этажей... 8? Этажей 12, наверное, не меньше зданий. Домалая, милая моя, вареничка вы наварить, ребятушка накормить. Домалая, милая моя. Вкусняк купишь? Ну, конечно. А с моей вон эти, еще наши из нашего детства. Кто? А вон это, Чип и Дейл. Не вижу. Вон сам его снизу. Слева. Чип и Дейл, гаечка. Из нашего детства. А вон ёжик в тумане. Дали мне 2000. И за ним сразу же. Че, берёшь Пушина? Можно, да? А которого? Дай ему помнить знаком. Ага. Ну, любого. Лёшка, бутылка тоже содержу. Я держу. Ты меня ветер сдувает с моря. Ну ты прийти сюда, когда я хотя бы в очках буду, чтобы выбрать еще, может быть, там за маме крошку. За ней пойдёт? Ну, придём. Я была хотя бы в линзах или в очках, но сейчас уже не А это вы делаете? Да, уже 10 лет с сестрой. Да. Вот вам визитку дала, можете там поставить, про деревню пишем, где цветы собираем в Архангельской области. Здорово. Угу. Так, Александр? Да, все верно. Сколько? 300. Все, хорошо. С удовольствием. Спасибо. Спасибо хорошо большое. Вечера. Нет, это сейчас закрыто. Я знаю. Просто вот, да, вечером подсвечивать. Угу. Слушай, там, по-моему, песок насыпан у них на берегу. Ближе к берегу песок насыпан, засыпано песком. Там день два лиза поиска. Да? Не вижу, нет. А вон белая тебе помощь. Может быть, я просто без очков, я не могу тебе сказать. Да, я вижу, съезд есть, да. Было приятно смотреть на море. Но вечер был прохладным, и мы немного замерзли. Поэтому нам пришлось уйти на поиски места, где можно погреться. И почему-то таким местом стала чайхана. Бокал грузинского вина и приятная атмосфера быстро нас согрели. Смотрите, какой чебурек, ребята. Это чебурек, ребят. Просто огромный, гигантский чебурек. Смотри, у тебя папа. Какой чебурек. Чайся. Да. А еще я Аню уговорил впервые попробовать кальян. Ей понравилось, но она сказала, что второй раз вряд ли будет его когда-либо заказывать. Снимает. Вдыхаешь и выдыхаешь. О! А попробуй носом. В тени, а носом выдохни. О! Да. Приятно очень. Спасибо. Классно. В себе не держи. Будешь держать, будешь кашлять. Да.
А у меня уже был опыт курения кальяна. И мне даже понравилось. Но это было много лет назад. И сейчас я не рискну им увлекаться. Такой у нас сегодня вечер. И, конечно же, Гришина улыбочка на миллион. Как же без нее? Да, Гриш? Кстати, отдых в Чайхане мы тоже опубликовали в телеграм-канале. Подписывайтесь, ссылка в описании. Нажимаешь кнопку антиклимакс, королева взрослых вечеринок. Нажимаешь кнопку антиклимакс, королева взрослых вечеринок. Ни рыба, ни мясо, но трогать тебя теперь будет опасно. И помада лишь красная, двигай старушка, ведь это прекрасно. Ни рыба, ни мясо, но трогать тебя теперь будет опасно. И помада лишь красная, двигай старушка, ведь это... На этом, пожалуй, все. Надеюсь, видео вам понравилось. Всех любим, всех целуем. Всем пока!